Одной королеве приснился страшный сон. Во сне она увидела, как один за другим у нее выпали все зубы. Очень сильно обеспокоена, она призвала толковательницу сновидений. Она очень внимательно выслушала рассказ и сказала: «О, моя госпожа, я должна сообщить тебе плохую весть. Та же, как ты потеряла все свои зубы, ты потеряешь одного за другим всех самых близких». Это толкование разгневало правительницу. И толковательницу сновидений, не сумевшую сказать ничего хорошего, бросили в тюрьму. Затем позвали другую толковательницу слов. Она выслушала рассказ о сновидении и сказала: «Моя госпожа, у меня для тебя хорошие вести. Ты будешь жить дольше, чем другие члены твоей семьи. Ты переживешь их всех». Королева обрадовалась и щедро наградила толковательницу за эти слова. Придворные были в изумлении. «Твои слова почти не отличились от слов твоей предшественницы. Так почему же? Она была наказана, а ты получила награду?» – спросили они. Счастливая толковательница снов на это ответила: «Вы правы. Мы обе одинаково истолковали сновидение, но дело не только в том, что сказать, но и в том, как это сказать».